Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком расширении How Better Internet. Огонек. Данное расширение использует VPN-соединение, которое изменяет ваш IP-адрес. Вот здесь я кратенько описал, зачем это нужно и как оно работает. Но давайте посмотрим, как оно работает на самом деле. Давайте его установим. Нажимаете вы вот сюда. И переходите в магазин расширений Яндекс. Я его предварительно уже установил. Вы нажимаете сюда и устанавливаете. Давайте покажу, как оно работает. Нажимаем вот сюда. Переходим и смотрим. Вот IP-адрес какой будет. Примерный. И можно его изменить. Нажимаете вот на этот. У вас здесь будет огонек. И меняете. К примеру, на какой сейчас я изменю. Ну, давайте на вот этот, например. США. Ждет небольшая загрузка идет. Как вы видите, вот откуда вы? США. И IP-адрес изменился. Значит, если здесь меняется IP-адрес, значит для всех остальных сайтов также будет меняться IP-адрес. Давайте еще покажу на своем сайте. Вот как у вас будет. Видите, огонечек. Здесь я не менял IP-адрес пока что. Он здесь чистый. Нажимаете на огонечек. И у вас показано Россия. Можно выбрать любую страну или еще какую бы. Нажимаете либо рекомендованную, либо свою. Я нажимаю на вот эту. И выберу какую-нибудь. Ну, давайте вот эту выберу. И ждем. Наглядный пример сейчас приведу. Вот. Если у вас, например, не появился значок или какая-то произошла проблема, нажимаете вот сюда, на красненькую. Это пример показываю. Она у вас перезагружается. Если у вас все хорошо, нажимаете сюда, и все. И можете пользоваться этим сайтом под VPN. Давайте дальше покажу. Нажимаете в меню. У вас, если вы не русский человек, можете изменить раскладку данного расширения на любой другой язык, какой вам будет удобно. Также можете еще посмотреть настройки. Нажимаете на вкладку настройки вот сюда. Она немного загружается, это нормально. И вот как вы видите, вот здесь у вас будет список всех сайтов, на которых вы были. И какие будут загружаться с измененным VPN. Давайте покажу наглядно на своем сайте, чтобы было видать. Вот мы сейчас находимся на моем сайте, и как вы видите, сейчас я с другой стороны работаю. Давайте отключим это. Отключаем. И даже не надо обновлять страницу. Как вы видите, уже отключился. Можно выбрать, например, ну, США, к примеру, показываю. Как вы видите, сейчас мой сайт загрузился из-под США. Смотрим. Здесь, видите, отключенный. Можно обновить. И сейчас он из Бразилии будет. Правильно? Да. Ну, смотрите, можно удалить, то есть удалить можно, удалил, здесь ничего нету, видите? Возвращаемся на мой сайт, обновить даже можно, специально покажу вам. И как вы видите, сейчас он входит на мой сайт с обычного IP-адреса, без VPN. Отличие данного расширения от всех остальных – высокая скорость загрузки. На других расширениях такого типа я не наблюдал большую скорость загрузки. Ну и напоследок могу сказать, что данное расширение работает стабильно и поддержка поможет в трудную минуту. Рекомендую данное расширение всем. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Или колокольчик. Подпишитесь на мой канал. Для меня это очень важно. Спасибо за просмотр и всем удачи. До свидания.